Вы не были 3 месяца, так? Тут болит? Не только. Какого типа боли? На судороги похоже. Значит, все кончено. Вы решили провалить экзамены? Да, нет? Нет. Нет. У ваших родителей проблемы? Это из-за денег? Не в этом дело. Тогда в чем? Не может быть. Постарайтесь что-то изменить. Думаешь, ты так сможешь сдать экзамены? А что ты знаешь об экзаменах? Я хочу продолжить учебу. Уходите, мадемуазель, мне нечего вам сказать. Чего же ты хочешь? Помощи. Закон не делает скидок. Хочешь в тюрьму вместе с ней? Думаешь, так можно решить проблемы в жизни? Я решаю их как могу. Мадемуазель, вы должны это принять. Тело плохо реагирует, могут быть осложнения. Под вашу ответственность.